Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme 7 Pro, и сейчас я покажу вам, как перейти в режим управления одной рукой. Открываем настройки, далее проходим в раздел «Удобные инструменты», здесь выбираем кнопку навигации. И здесь у нас есть, чтобы войти в режим управления одной рукой, потяните вниз. Включаем эту функцию, тянем вниз. И вот таким образом входим в режим управления одной рукой. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.